Полвека поэзии, поэты, это к вам прилепилось. Вы что, поэты? Ну, в каком-то смысле все мы поэты. Вообще это просто хорошее название. Ну, это очень оригинально. Да. За оригинальность вот у нас отвечает человек. Так, и как это родилось? Ну, есть такая книга, «Ведьмак» называется. И там был персонаж Лютик. И у него была одна из его книг, которую он написал, называлась «Полвек поэзии». Мы взяли оттуда название и назвали команду. Ну, как получилось, вот, на ваш взгляд, удачно? Очень удачно, запоминается. Кажется, лучшее название среди всех команд. Оно самое загадочное, так непонятно. Никто не понимает, что ждать, как играть будет. Ну, хоть кто-нибудь из вас в вашей команде, хоть одно там двустишие, четырехстишие написал в жизни? Вот. Он пишет и про команду, и про какой-то отдельный тур у него периодически. А куда пишет? А у нас общий чат, и туда в основном выкладывают. Не сдается, да. Пока что. Пока что нет. То есть ты думаешь, это так просто, да? У меня там рифма. Всадник, алюминий. Мы будем побеждать отныне. Ну, Саша, ну покрути что-нибудь, я не знаю. Ну пусть будет там всадник медный, мы будем побеждать мгновенно, ну что-нибудь. Я не могу работать в таких условиях. Ах, ты не можешь, Саша. Иди на завод. Пойду. У вас не только вот это удивительно вечное, то, что вы практически всегда участвуете, все, что вот проводится, Лига Губернатора, другие турниры, вы всегда находите возможность собраться. Как это вообще сделать? Просто любим играть. Когда любишь играть и чего-то очень хочешь, всегда найдешь время, чтобы приехать поиграть. Самые яркие впечатления от игры 3 на 3, то, что у вас есть? Когда летит. Когда забивают все игроки команды, это очень приятно. И можем выиграть сильного соперника. Ну так вот, какой-то конкретный пример, когда такое было? Вот в том сезоне было. В том сезоне мы взяли тур, а в этом мы пока максимум, по-моему, вторые стали. Ну, надеемся, что самое. Да, надеемся, что в этом розыгрыше, в этом сезоне мы еще успеем. Или на финале встретимся. Будем стараться. А у вас какие-то тренировки в формате 3 на 3 успеваете проводить? Просто вечером приходим играть. Не сказать, что это прям тренировки. Все-таки это любительский баскетбол. Мы просто приходим играем. А у вас команда также 5 на 5 играет там по первой лиге, да? Ну, многие из вас в ней, да? А это разные какие-то проекты? А на второй корт потихонечку, да, приглашаем разные. Ну, просто мы как-то сгруппировались изначально и пошли. А так абсолютно разные. Но та команда тоже нас поддерживает, смотрит, приходят и трансляции, потом и нагоняй дают по итогам. Ну, то есть, как бы, все равно мы вместе. Здесь приходится путешествовать в Лиге Губернатора. Сызрань, там, Жигулевск, Тольятти. Были такие населенные пункты, где вы раньше не были, но благодаря Лиге Губернатора попали туда? Жигулевске я не был. Я не был. В Чапаевске тоже. Ну, проездом в основном, а так, чтобы прям внутрь и как-то там находиться, атмосфера вот эта, ну, впервые. Сама идея вот Лиги Губернатора, как вам она? Да, отличная идея. Площадки строят, игры проводят. До Лиги Губернатора и площадок меньше было. Не знаю, это как-то связано или нет, но тем не менее. Стало больше площадок, больше команд. Есть много игроков, у которых за плечами большой опыт, может быть, совсем недавно игравшие там по профессионалам. Вам на их фоне не тяжело? Нам всегда интересно играть с сильными командами. Спасибо. То есть для нас это прям каждый раз удовольствие. Тяжело, но интересно. Вот из тех команд, кого удалось зацепить, вот самое яркое, что кого вы обыграли из топов? Просто была игра близкая, да, когда вот летела, но года два назад, наверное, или прошлого. Мы с тремя звездочками играли, с кем только не играли. Ну, которые сейчас вот Руна 3 на 3. Да, то есть тоже благодаря как раз Самара Open, по-моему, был тогда, что ли, распределили нас. Ну, выигрывать нет, не приходилось прям сильно. Ну, только АК-47, наверное, да? И все. Вы их обыгрывали, да? По-моему, да. Ну или в каком-то их составе, вот буквально там. А, на Часово. На Часово в полуфинале, в отборочном первом. Вот там. То ли АК-47, то ли АМГ, но они там перемешаны. Есть какая-то спортивная цель? Вот мы хотим чего-то добиться, или мы просто играем, получаем удовольствие? Хотим чего-то добиться, играя и получая удовольствие. Все сразу хотим, нет такого, что либо только добиться, либо удовольствие. Хотим все и сразу. Ну, я так понимаю, что такая ближайшая цель – выиграть все-таки один тур какой-нибудь, зацепить, да? Ну, поздновато, конечно. Тур заканчивается, да, такая цель есть. Ну, это может быть там и осенью, например, там в осеннем этапе. Но это уже будет следующая цель.
Мы пока хотим победить, пока есть возможность еще, мы играем на победу. А когда уже поняли, что в этом туре не победить, уже играем на удовольствие. Спасибо, молодцы.